точнее инструкция своего управления. Нравится. 6:30 утра, кому-то не спится. Люди вообще с 5 утра занимаются. Самые, кстати, забитые классы — это 5 утра класс. Извиняюсь, 6 утра класс и 7 утра класс. Я приехала сегодня в 7 часов утра, хотя вставать вообще мне не хотелось. Но приехала. Такая у нас здесь красота. Подойти вам показать океан, там мы давно с вами не любовались им. Я уже не говорю про то, чтобы прийти сюда искупаться и просто полежать, отдохнуть, как нормальные люди. Пойдемте, ладно, хоть выбрались посмотреть, это уже большой плюс. Скоро, кстати, у нас будет прохладно, я так жду, не дождусь этого периода. Это будет просто реально кайф. Корабли там большие какие-то. Так давно барбекю вообще не ела. Взять, что ли, в рент одну эту барбекюшницу. Это не в рент, просто нужно заранее говорить. И тебе дают ключи от нее. И приготовить себе что-нибудь. Такой океан неспокойный. Красивый. Допустим, взять эту фигню, это барбекю. В воскресенье здесь всегда много народу, в воскресенье всегда здесь делают барбекю. Не знаю, допустим, в понедельник вечером попросить, чтобы вот она как выглядит. Здесь одна и там две маленьких еще. Нужно отойти в офис, да, с ними договориться. На такое-то время, такой-то день тебе дают ключи от этого. И ты пользуешься ей там час или два, я не знаю, сколько дают. Ни разу я не делала этого. Сама ни разу шашлык, барбекю не разводила, но нужно начинать учиться, потому что хочется сделать как-нибудь, так как это очень вкусно, ну и полезно. Допустим, в понедельник нужно, получается, угли купить, зажигалку купить, что там еще, какое-то средство, которое быстро разводит огонь. Это время же займется, блин. Хотя это быстро, не знаю. Она не электрическая, эта фигня. Это фигня на углях, мне кажется. А это не займет долго времени. Проще, знаете, заехать какую-нибудь шашлычную купить шашлык, чем мучиться. А так было бы классно, знаете, как-то свой гриль. Нагрели себе там на пару дней курочки какой-нибудь и питаешься, и правильно, полезно и вкусно. Так, я пошла забрать свою посылку, мне пришла коробка от Boxy Charm. Иду смотреть и быстренько вам покажу, что там внутри. Всем привет, приперлась домой. Собачки мои здесь отвлекают меня маленькую, кажется, только что покушали, так хорошо. Быстро не найдете, да? Окей. Завтрак еще не готов, поэтому это видео не завтрак, это видео. Сейчас я хочу раскрыть. Новая коробочка пришла от Boxy Charm. Что-то она какая-то очень маленькая в этот раз. Мне даже интересно, что там такое. Смотри. Hello, Charmers. Hello. Вот она какая. И о, какие классные вещички здесь, и все в полном объеме бьюти-блендер, которого у меня нету. Я пользуюсь не бьюти-блендером, когда я, наверное, нашу тональную основу, я пользуюсь, у меня есть такие спанчики маленькие. Прикольная штучка, пригодится. Бьюти-блендер от фирмы Illuminati. Illuminati Beauty Blender. Сколько же он стоит, этот Illuminati? Так, еще раз скажу, что за коробку я плачу $21 в месяц. Или 19. Окей, сейчас скажу цены, сколько стоят эти штучки. Вот эта фигнюшка Illuminati. Где она? А,
Только одна вот эта штучка стоит $21, представляете? $21 стоит вот эта фигня. Я в шоке. Следующая вещь – это Touch and Soul Glassy Pretty Glassy Skin Balm. Бальзам, блестящий бальзам для кожи. Прикольная вещь. Это стоит Touch and Soul $32. Здесь написано все на иероглифами, так что это, скорее всего, что у нас какой-то косметик корейский, что ли. Keep out of children. Не знаю, в общем, давай посмотрим. Откроем. Посмотрим, что здесь такое. Такая красота. Коробочка такая. Glossy. Touch and Soul. Ну, давайте посмотрим, что за Touch and Soul, как она вообще открывается. Блин, не открывается. Ну и как мне ее открыть? Люди, скажите, как мне ее открыть? А, о, открылась. Так. Пахнет вкусненько. В общем, это бальзам какой-то для лица, который придает сияние и блеск. Ну, давайте посмотрим, засияю ли я. Пахнет вкусно, очень вкусно пахнет. Запах офигенный. Да, засияло, смотрите. Классная вещичка. Мне вот такие, знаете, больше нравятся всякие, когда крема, какие-то уходы там за кожей, за телом, за еще чем-то, чем, знаете, косметика. Вот такая вот прикольная штукенция. $32 стоит такая. Дальше. Третья вещь. Это вот такая вот. Always Liquid Eyeliner. У меня этих Liquid Eyeliner, честно, уже я не знаю сколько. Liquid – это подводка для глаз. Она стоит... Где она? Мой гадень. О, нашла. $22 такая стоит. Фирма Smashbox. Smashbox. Liquid Eyeliner. Как же он открывается? Я сейчас намазала мне руки в крему. А, вот он. Смотрите. Черный liquid eyeliner. Очень качество выглядит, мне нравится. У меня, говорит, таких айлайнеров 3 штуки точно есть. Вот это, девочки, это просто офигенная вещь. Запах, я тащусь просто. Надо будет посмотреть, где такое продается и что это за косметика такая. Дальше, четвертая вещь, это у нас помада Iconic London. Вот в таком вот оттенке. Оттенок номер без номера. Цена этой помады у нас $26. Сейчас мы ей замажемся. Помадами я не пользуюсь. Если это просто блеск. Это блеск. Lip Plumping Gloss. О, это, короче, блеск, который увеличивает губы. Прикольно. Блин, щипит. У меня было что-то такое уже. Это очень сильно щипит губы. И они начинают раздуваться. Жесть. Щипит, но не сильно. Но щипит. И последняя вещь, которая у меня здесь идет, это Blushing Berries. Это у нас eyeshadow palette. Подожди. Это не eyeshadow palette. Это другое. Они написали одно, положили другое. Подождите. Blushing berries. Dose of colors. Здесь написано. $32. 5 pan made eyeshadow palette with mixture of shades. Но здесь у меня не совсем не. Совсем не то. Это румяна. Blushing berries. Давайте откроем, посмотрим. Это совсем не. Мне кажется, не для.
У меня для тени это вообще. Это больше похоже, знаете, блашинг, это румяна. Такая коробочка. Хотя кто знает. Вот такие вот. Зеркало показывает мой холодильник. Хотя кто знает. Не знаю, эти три румяна, черные. Без понятия, что это за такая штукенция, но это идет к этому. Потому что я таким не пользуюсь. Хотя эти румяна. Это мои румяна, это на самом деле румяна, да. А может быть тени. Ну, можно как румяна. В общем, разберемся. Ну давай прочитаем здесь, что это такое вообще. Free, да. USA. Ingredients. Using a brush, apply a blend, choosing shade until desired look as achieved. Что это? Berry black, mixed berries, berry pop. Это румяна. Это не совершенно не. Не знаю. Короче, я не знаю. Не знаю, что это такое. Напишите в комментариях, кто знает, что такое blushing berries. Это румяна, либо это free. Those of colors are rice reserved made in USA. Здесь, видите, написано цвета. Не знаю. Вот такая коробочка этого месяца. Палетка пятицветная для глаз, либо для румян, не знаю. Катрин, можете ее забрать себе. Крем блестящий, с офигенным запахом. То есть 100% мне. Я его найду, где он продается. Я думаю, что так, это косметика корейская. Потому что здесь корейские иероглифы. И у них тоже, еще думаю, другие классные вещи можно найти. Так что нужно будет посмотреть. Или кто-нибудь, может быть, знает. Вот она называется Glossy Pretty Filter Glossy Skin Balm. Glossy, фирма Glossy. Так она выглядит. Touch and Soul. Блеск для губ увеличитель оставляем себе. Он не так сильно щипал. Теперь у меня губы стали немножко больше. А может быть, не стали. А Beauty Blender забираю тоже себе. Подводку. Кэтри. Все, разложили подарки. Хотя я думаю, что вот это у меня заберется. Вот такая вот Beauty коробочка в этом месяце от BoxyCharm. Ноябрь, декабрь, в декабре уже придет большая коробка. Блин, какой запах классный. Офигенный чистый запах просто. Придет большая коробка, и там уже будем смотреть. Ладно, все. Пока-пока. Все блещу. Губы большие стали.